Я хочу поздравить в отдельности свою мать, потому что она меня вырастила, дала мне путь в жизни. Ну и также хочу поздравить всех матерей на нашей планете, пожелать им огромного здоровья, счастья и семейного благополучия. Мне хочется поздравить, конечно же, всех мам, но в особенности, конечно, свою самую любимую мамочку. И пожелать в первую очередь, конечно же, здоровья и спокойствия. Как важно для людей пожилого возраста и, наверное, для любого возраста быть спокойным. Спокойным за своих детей, спокойным быть за своих внуков. И, конечно же, мы все понимаем, что вот это вот спокойствие зависит от нас, от детей. Поэтому я желаю всем детям, чтобы они помнили о своих любимых мамочках не только в праздничные дни, но и каждый день приносили им свою любовь, заботу, ласку и внимание. Мать, віншую со святом, жадаю усяго найлепшага, нехай усе мары здійснюцца. Особисто свою мать віншую со святом, с гэтым таким добрым. Вось, жадаю ёй здоровья, каб усё у ёй атрымалася. У день мати у першую чергу хочется сказать слово удячности, щирые от усяго сердца, за их пяшчоту, за их добрыню, за то, что они спят ночами со своими детками. И, конечно, хочется пожелать, как дети были сапраўды уважливыми до своих батьков, как яны помнили вот тыя выдатки, и моральные, и материальные, конечно, тыя, которые они отрымливают от своей мати. Копьяны про их не забывались. Я думаю, что для мати самое главное, когда счастливые яе дети. Ну, конечно, а самим мати здоровья, здоровья и еще раз здоровья.